Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! День золота, день ювелира на телеканале Шоп-н-Шоу. Именно в этот праздник мы представляем вам самый золотой и драгоценный товар сегодняшнего дня. Это золотое кольцо. Спаси и сохрани. Вообще, вот я знаю, что золото всегда реликвия и украшение такое, которое мы храним. У нас в семье тоже его хранят. И вот знаешь, надпись «Спаси и сохрани», она особенная. У меня муж очень часто ездит в дальние расстояния. Это фуры, это дальняя дорога, это опасности. Я ему написала небольшую молитву в кармашек, а на пальчик подарила ему золотое кольцо с надписью «Спаси и сохрани». И ты знаешь, Олесь, мне как-то спокойнее на душе стало теперь, когда он ездит. Я с тобой абсолютно согласна, ведь наше кольцо «Спаси и сохрани» выполнено из драгоценного золота, из чистого золота 585-й пробы. Оно у нас с молитвой «Спаси и сохрани», уже освященное в храме всех святых села Красное на Волге, и с алмазными гранями, множеством алмазных граней, которые дают вот такой яркий блеск. Есть и мужские, и женские размеры. Впервые на телеканале Шоп-н-Шоу. Вот это да. Универсальное украшение, ценный подарок для каждого. Защитите своих близких, защитите своих мужчин, своих детей. Приобретите им кольцо «Спаси и сохрани». Вот представляешь, Олеся, с Нового года цены на золото настолько резко возросли, и именно поэтому сегодня золотое кольцо – товар дня по самой уникальной цене. Есть мужские, есть женские размеры, и у нас потрясающая выгода на сегодня. Это выгода 7400 рублей. Вы только представьте, что цена только сегодня от 3999 рублей. Размеры у нас от 16 до 23. И можно забирать как и мужчинам, так и женщинам на подарок. Но давайте рассматривать, пока вы дозваниваетесь, оформляете заказы, на само золото. Сейчас золото, знаешь, Олеся, разное бывает. Бывает с примесями, бывает золочение. Здесь у нас истинное золото. Здесь у нас чистое золото 585-й пробы. Розовое, драгоценное, к которому мы все привыкли. И я хочу показать паспорт. И ответить сразу на твой вопрос, что у нас украшение драгоценное. Обратите внимание, в паспорте у нас указана проба 585-я. Это очень твердый сплав. Гарантия качества. И, конечно же, на нашем украшении имеются клеймы и пробы нужные. То есть мы можем сразу забирать это украшение, и оно будет переходить по наследству. Вы будете его носить и хранить как реликвию. И это настоящее чистое золото 585-й пробы. Цена только сегодня от 3999 рублей. Заказывайте уже сейчас, потому что многие размеры к середине дня могут уже закончиться. Звоните и дозванивайтесь. Вот сейчас смотрю кольцо на нашей Ксении. Ты знаешь, оно сверкает. И у меня такое чувство, что там вставлены камушки. Что это такое? Ты знаешь, не у тебя, у одной такое создается впечатление, что там камни. А это у нас алмазная грань нанесена на золото. И что же такое алмазная грань? Алмазная грань – это специальные насечки, нанесенные на золотой сплав, которые дают, посмотри, какой яркий блеск, и которые, конечно же, не сотрутся. И они у нас наносятся только в заводских условиях. Вот такую алмазную грань ни в одной ювелирной мастерской невозможно изготовить. Яркий блеск привлекает внимание. Однозначно. Вот ощущение такое, что кольцо с бриллиантами, оно светится, оно переливает. Представьте, как оно будет играть на вашем пальчике, когда вы на него наденете, когда вы его наденете. Выбирайте прямо сейчас, сверкайте, блистайте, дарите себе истинное, настоящее, чистое золото 585-й пробы. Радуйте себя и окружающих, кстати, мужчинам на 23 февраля и женщинам на 8 марта. Это идеальный подарок, успейте дозвониться. Вот знаешь, я вижу внутри, да, у нас с той стороны надпись «Спаси и сохрани». Ты сказала, что это надпись освященная. А если она со временем подотрется, сотрется, если будем постоянно носить кольцо? Ты знаешь, такая надпись не сотрется, потому что это литье. Это литье, благодаря чему, конечно же, такое кольцо нужно носить постоянно и мужчине, и женщине, потому что это охранительная молитва «Спаси и сохрани меня». Это золото 585-й пробы. И, конечно же, наше украшение уже освящено, вот благодаря да. чему мы можем
сразу его надеть при получении, надеть на своих близких. Освящено оно у нас в храме всех святых села Красное на Волге. Это действительно ценный подарок, ведь батюшка, читая молитвы при освящении, читает молитвы, которые ограждают душу и тело человека. Это двойная защита, не только красивое универсальное украшение для мужчин и женщин, но также еще и, конечно же, это у нас освященное украшение. Вот смотрите, освященное золотое украшение, ценный подарок, который будет всегда на пальчике вашего любимого, дочки, сыночка, может быть, наоборот, вы обменяетесь обручальными кольцами, кольцо спаси и сохрани. Вот когда у нас с мужем будет 26 лет свадьбы, это будет в следующем году, вот летом, 28 августа, я хочу новые обручальные кольца нам с ним. Вот как ты думаешь, подойдут именно такие кольца нам? Обязательно подойдут, конечно же. Я знаю, что многие пары меняют кольца по истечении какого-то времени. И вот такое кольцо, ты знаешь, это его можно использовать и как венчальное, и как обручальное. Но ты знаешь, что самое важное? Что оно освящено, да. И оно из золота у нас. Золотое, драгоценное. А ведь золото – это инвестиционный металл. Конечно. И вот такое кольцо мы можем сразу видеть, насколько оно у нас сочетается с другими украшениями. С серьгами геометрии любви, протяжками, с цепью двойной ромб. Посмотри, какой красивый, яркий блеск. И крест православный. Вот защита, вот ювелирное украшение еще и защита, освящено уже батюшкой. А значит, вам только нужно надеть кольцо на пальчик, и все. Оно будет светиться, переливать, давать блеск, но при этом оно будет вас сохранять. Цена только сегодня от 3999 рублей. Ваша фиксированная доставка 199 рублей. Успейте дозвониться прямо сейчас. Его выбирают не только вы, наши телезрители, но и наши коллеги. Ольга Мокшина выбрала для себя. Давайте посмотрим на нее. Когда у нас появилось кольцо «Спаси, сохрани», оно мне сразу понравилось. И как удачно, что как раз уже была назначена дата свадьбы у моего племянника. Именно кольцо «Спаси, сохрани» они выбрали в качестве обручальных. И теперь у них на пальце не только обручальное кольцо, но и охранная грамота. Выбирайте вы для себя. На свадьбу, на подарок, на 8 марта, на 23 февраля как мужчинам, так и женщинам сегодня дарят кольцо «Спаси и сохрани». Забирают сразу пары и получают бесплатную доставку от суммы заказа 4990 рублей. Выбирайте золотые украшения. Пусть этот металл хранится как реликвия и передается по наследству. «Спаси и сохрани» – уникальная надпись, которая сбережет вас.